Доброе утречко, мама, детки, конфетки. А теперь всем привет. Играй. А что вы играете? Раскрашиваете? Да. Ага, по цифрам. Молодцы. Ну что, Каролин, ты готова? Ты уже выбрала, сама, куда ты пойдешь. Сама. Я а хочу. Что у тебя тут? Поцарапано, что ли? Где ты поцарапался? Мама, а? Я хочу идти. Где в школе? В магазин игрушек хочешь? Папа на работе, скоро приедет. На миг тоже. И потом мы уже поедем. Время у нас 10:05. Мне нужно быстренько смонтировать влог. Я вчера не смонтировала, так устала. Идем все спать. Думаю, встану утром и смонтирую быстро. Макс, давай по очереди все, ладно? Нет. У нас остался еще вот такой вот кусочек тортика. Я не хочу где кушать, очень красивый. Да уже все, уже некрасивый. Уже кусочек остался. Маргарита встала уже? Нет, у нас нет. Вставать будешь? Нет. Почему? Маргуш, у тебя не нога сломана, у тебя рука сломана. Это не значит, что ты должна целый день в кровати валяться. Да все уже, ты че? Маргуш, оденься, пожалуйста. Все, пока. Пока. Хорошо себя ведите. Не забудьте покушать, там все есть, разогрейте. Погрейте рис. Максу можно разогреть пока. Бончик-пончик. Пока. Но. Сейчас папа за... Телефон папа забыл. Я сегодня вот в таких вот грязных штанах. Мне Каролина подошла ко мне и сказала: мама, у тебя штаны грязные, ты где их испачкала? Я говорю, я ремонт делала в краске. Вот такие вот покрашенные. Красивые. Знаете, если делаете ремонт, испачкали штаны, не выкидывайте. Это сейчас модно. Хорошо. Пашка, пойдем! Пошли! Поехали. Нас Макс еле как отпустил. Я, говорит, тоже с вами поеду, но говорит, мне ничего покупать не нужно, я просто буду смотреть. Я говорю, нет, так нельзя. Один день только на одного ребенка, поэтому он уже, наверное, устал ждать. Уже приехали? Да? Почти. Это? Да. Да. Приехали. Смит Тойс. Ну, Каролина Тойса Раз так и называет. Уже Тойса Раз нет, она все равно на том же месте. Вот Бэби Йода. У тебя есть такие же? Нет, нет. Это в какой-то сумочке? Да. В рюкзачке в каком-то сидит? Да. Суку-муку, ну, рюкзак. А и у него ручки тебе мягкие, а у того не мягкие. Бэбик. У тебя вот такой, да? Да, видишь, его можно с собой носить. Этот прям шевелится. Смотрите, тут... Это стоит 69. Мама, смотри. Ой, такой милый. Мама. Если попали, то ты выступи. Не знаю. Какой бончик это? Там внутри есть карандашики. Можно? Да? Да, открой. Красивый. Он уже с фломастером. Это букет макара, это там лен. Это макара. Угу. И такой шо? Вот есть. Еще вот красивый. Такой вот есть. Красивый. Очень. Ну-ка, открой, что там. Ну, там, в общем, стандарт. И? Какой есть тоже. Карандаши. Этот мы возьмем. Принцесса. У тебя есть для девочек? Альбом для девочек есть, есть у тебя, да? Да, есть. Угу. Котики. Вон это за кого? Это старый, для этого не старый. Угу. Нет, это Марта Сен. Димпл. Димпл, Димпл, нет, а ты? Это, смотри. Мама, смотри. Это что? Просто, а-а-а. Это что за штука новая такая? И это приклеиваешь, есть маленький. А потом раз и вот так вот. И это тоже антистресс. Борч, умеешь крутить? Да, знаю. Ну-ка. Вау. Молодец. Вот это прикольная игра. Тебе Лол больше не нравится? И прически делать. Нет, так
И всякие разные. Уже все, никому. Ух ты, даже вот такие вот мягкие. Угу. С одеждой. Это другие уже. Как твоя зелененькая, у меня даже парик можно, видишь? Смотри, как большой. Это радужная. Мама, смотри, как большой. Большое. Либо ты что-то оставишь, либо ты пенал оставляешь, тогда можешь взять. Пенал. Да. Пенал оставишь? Ну иди, оставляй пенал. Да и мне... Не нужен пенал? Потом. Потом. Ну папе... смотри, думай сама. Я думаю, да. Решай сама. Папе, это лотехо. Чтобы спать. Пора дормить. Вот так. Какую? Красивую. Какую красивую. Выбирай, смотри, тут их много. Все? Смотрите. Дай вот эту штучку хлопает, которая. Вот такой антистресс. Я такой еще не видела. Вот так вот его нужно приклеивать, эти штуки. Зажимаешь, они раз приклеились, потом... Раз отклеились. И куколку, которую можно переодевать. Угу. Вот он, Бэйби Йода. Заедем, поедим мороженое. Вот 34 градуса сейчас на солнце. Какой будешь? Рагу, он с орешками, точно? Да. Или M&M's или Oreo? Это. Так, наша мороженка у меня вот такая вот. С орешками и взяли M&M's папа с Каролиной. Ты новая? Да. Круто. Так, взяли Каролине вот такие вот часики в школу, чтобы у нее был, можно было поставить будильник. Будильничек, чтобы ты когда ехала домой обратно, у тебя звенел будильник. Это? Что тебе нужно домой поехать. Это? Что на автобус ты не опоздала. Это инструкция. Папа сейчас посмотрит, она подключается к телефону. Самое интересное, что написано батарейка. Смотрите. Где тут написано? Вот. На один год батарейку. Что ее заряжать не нужно, она на один год действует. А потом что делать, я не знаю. Часики на один год. А потом как они будут работать, не знаю. Угу. Сколько шагов? Видишь, уже насчитала 264. Пока ты шла. На. Там вон детки плескаются, а Каролина не хочет. Нет. Что ты не хочешь? Хочу мочиться. Не хочешь мочиться? Нет. Там так классно. Мы хотим сфотографироваться на этой скамейке. Не скамейке, а качельке. Все? Да. Нагулялась? Каролина? На кассу, пойдем домой. Почему ты хочешь домой? Потому я хочу спать. Ты хочешь жарко. Открыть Бэби Йоду? Да. Едем мы домой. Каролина никуда не хочет, ничего не хочет. Ей ничего больше не нужно. Она купила свои игрушки. И все. Ей... Не знаю, я уже ее и уговаривала. Поехали туда, погуляем. Нет, не хочу, говорит, я хочу домой открыть свои игрушки. Все, ребенку больше ничего не надо, да? Не захотела ни с детками поиграть, ни на площадке, ни в водичке поплескаться, в фонтанчике. У него все мысли в ее игрушках. В этом случае с Ксюшей, с Маргаритой интересней. Потому что с ними можно пойти и заняться чем-нибудь интересным, а... Каролине магазин игрушек и больше ничего ей не надо. Посмотрим, что будет с Максом. Ну, мне кажется, у Макса точно так же. Магазин игрушек, поесть мороженое, еще что-то и все, и домой. Ну ладно, как хочет, это ее день, она имеет право решать, что она будет делать. Мы ей предложили, наше дело предложить, а ее дело уже решать, идти или не идти. Поэтому она решила поехать домой. У нас, в принципе, нет нигде каких-то таких вот интересных мест для детей, там площадки, еще что-то такое. Нету ничего. Поэтому мы не знаем, куда ее отвезти, чтобы она поиграла. Вот. Поэтому... Ты не согни. Да, я спать хочу. Почему-то. Вроде ничего такого не делали. Но я почему-то устала. От чего, не знаю. Счастливая. Давай, иди. Иди, открывай, распаковывай. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Ну что, распаковала? У этой куколки можно снимать волосы. Вот так вот. Раз. И все, и менять. И у нее есть парик где еще. Другой? Где ее парик? Можно розовые волосы или фиолетовые. Еще расческа есть и заколочки. Можно ее переодевать.
сапожки миниатюрные. Смотри, какие у него крутые сапожки. Да. Зеленые, красные, переливаются. В общем. Цвета радуги. Тебе тоже надо, да, Бонь? Ну, куколку, да, такие вот сапожки. Смотрите, аж до колена. И вот здесь вот кофточки разные. Ну, вообще круто. Вот такие вот сундучки. Сюда можно складывать обувь. Сундучки такие вот. Туфелька с туфельками. Джинсы вот такие вот. Курточка с пайетками. Такая футболочка. Такая футболка. Это у нас что? Это юбочка с подтяжками. Вот еще одна юбка. Вот она, мама. Топ. Платье розовое. И вот такая вот худи. Вот она купила куклу и у Йода. Что здесь написано? Rainbow. И сундук большой для сапог. Какие красивые. Она... Еще вот что-то. Вот это тоже можно переодевать в эту одежду. Подождите. Еще что-то. Вот это еще. Да, мы уже вот так что гладишь, и она начинает моргать. Я уже сижу и сама с куклой играю. Переодеваю ее. Ой. Прелесть просто. К детству впадаешь сразу. С такими игрушками хочется играть. Ну, офигенно. Ага, для пальцев. Все, Каролиночка. Распаковали все, теперь убирать надо мусор. Пойдем сегодня в скейт-парк. Давай. Не вечером, могу. Ну вот, где-то здесь. Сюда. Вешалка классная тоже такая. У нас еще осталось со вчерашнего дня. Фахитос. Будем кушать фахитос. Вот, много у нас осталось. А в креветке? Чуть-чуть креветки. Папа сделал авокадо. Сейчас подогреем. Да, мы заезжали в Макдональдс, взяли мороженое и этот фахитофелис 2. Одна была повторная игрушка, вот эта новая. Раз Каролина у нас никуда не хочет идти сегодня больше, мы сейчас поедем покатаемся на скейтбордах. Да? Папе понравилась игрушка. А он рот не открывает. У вас там никакой скейтборд. Он только моргает. Только без рамы. А кто на втором будет кататься? Макс. Макс? Это Юра. Угу. Классно тут на парковке кататься. Каролина, куртку надевай. Комарики покусают. Давай, неси. Мама, сам. Я сказала, что он хочет, скутер или скейт, потом сказал скейтборд, а теперь Калина взяла скутер. Мама, вот так? Хочет. Это нужно вот да, так? Да, да, да. Все, пойдемте. Сейчас поедет. Мама, все пойдет. Мама, поедет. Нормально, вставай. Нормально, вот сюда ногу поставь. Давай, давай держись, держись. Она у меня очень сильно впереди. Solo contigo, mi amor. Extraño tus labios y tu mirar. Piel morena hermosa, olor de mar. Oye, costeñita, te voy a besar. Al frente de la playa, qué buen lugar. Momentos tan ricos para recordar. Es que todo contigo es tan real. Hay cosas que no se pueden contar. Que a los suegros no les van a gustar. Выключили свет, вон там на стадионе горели фонари и все, и выключили, видимо, время закончилось, но не проблема, у нас мама, есть телефон. Давай, там еще люди тоже играют, играли в футбол, в баскетбол и взяли и выключили. Прям жалко им немножко посветить. Ну, Каролина уже лучше получается. Моя первая упала. Чуть-чуть поцарапалась. Очень страшно. А я уже прилегла, тут отдыхаю. Я так плотно покушала, у меня живот
такая тяжесть в желудке, я уж сидеть уже не могу. У нас еще есть 20 минут, потому что в 10 часов уже нельзя кататься. Еще 15 минут и домой. 15 минут и домой. Поехали домой. Свет опять выключили. Видимо, там на определенное время включается свет, а потом выключается. В общем, мне кажется, уже не включится, потому что уже 10 часов. Поэтому... Поехали мы домой. Маруша переставила опять кроватку. У нее была подружка сегодня. Они переставили немножко. К стенке удобнее, да, кровать? Ну, потому что я проектор хотела смотреть. Она к тебе с ночевкой придет? Наверное. Когда, завтра? Нет. Ну, в общем, зеркало сюда поставила. Тумбочка также стоит просто у стенки. Она что, красилась, что ли? Она мне красилась. Она тебя красила? Угу. Угу. Она тебе радугу нарисовала. Все уже уснули. Сейчас сниму макияж. И тоже пойду отдыхать. Видео уже завтра смонтирую, потому что время уже 2 часа ночи. Буду с вами прощаться. Увидимся в следующем влоге. Всем пока.